Шериф играет с Реалом Сосьедад в Кишиневе. Это матч Лиги Европы. Наставник испанской команды накануне заявил, его подопечные серьезно подошли к матчу с Шерифом. Эта команда ни разу не проиграла в своем чемпионате, а в прошлом сезоне одержала победу на Сантьяго Бернабео. Да, состав поменялся, но в этом году уже была крупная победа над Амонией. И Манчестеру они тоже навязали борьбу. Испанский тренер – человек очень эмоциональный, но на пресс-конференции был сдержан. Никого в составе «Шерифа» не выделял, заявил, соперник силен командными действиями. Игра будет сложной, придется потрудиться. У них сильные, физически крепкие игроки, а полузащитники скоростные. Нам нужно все сделать грамотно. Сосьедад привез в Кишинев боевой состав. В команде есть игроки топ-уровня, как, например, Сильва и Илья Раменди. В отличие от Манчестер Юнайтед, их приезд фурора не вызвал. В аэропорту игроки проследовали в автобус мимо других пассажиров, а потом скромно погуляли по кишиневскому стадиону. На «Шериф» испанцы настраиваются серьезно. Мы смотрели много видео с «Шерифом» и увидели, что их защитники решительно идут на отбор, а нападающий – отличный игрок и ищет свои моменты. В эти минуты матч «Шериф» Реал Сосьедад смотрят по всей Европе. На стадионе «Зимбру» аншлага нет, но зрителей много. От спаренных матчей с испанцами зависит путевка «Шерифа» в плей-офф Лиги Европы.